Фестиваль «Абитуриент 2016 проводится для школьников старших классов. В Абакан приезжают ученики из Хакасии и юга Красноярского края. Приезжают, чтобы узнать все новости о вузе и выбрать специальность по душе. Выбор богатый. В ХТИ готовят инженеров-автомобилистов, абитуриентам рассказывают об истории автомобилестроения. В другой аудитории школьникам демонстрируют возможности специальной компьютерной программы по черчению. Один из самых интересных мастер-классов подготовили абитуриентам преподаватели строительного направления. Задача из трех листков бумаги сконструировать и построить мост. Опора какая должна быть? Может она быть тонкой и высокой? Или она должна быть шире и ниже? Преподаватель Денис Портнягин рассказывал школьникам об истории строительства и об энергосберегающих технологиях. Сотрудники ХТИ проводят научные исследования в этой сфере. И есть впечатляющие результаты. В институте постоянно проводятся научные исследования. В них активно принимают участие наши студенты, бакалавры, магистранты. Кроме того, мы делимся нашими знаниями с абитуриентами. Абитуриентам рассказали еще об одном нововведении. Сейчас студенты вуза могут пройти военную подготовку прямо в стенах института. Мы проходим обучение по программе военной подготовки солдат и сержантов запаса. После военно-полевых сборов мы пополним мобилизационный запас Республики Хакасия. Я считаю, что инженеры нужны в армии. Хакасский технический институт выпускает без преувеличения будущую элиту Хакасии. Энергетики, программисты, автомобилисты, строители, конструкторы, экономисты – все получают в ХТИ, филиале Сибирского федерального университета, солидную теоретическую и практическую подготовку. О всех новостях студенческой жизни ХТИ можно узнавать на сайте института.